13 марта 1945 года в Венгрии северо-восточнее и восточнее озера Балатон немцы, несмотря на большие потери, продолжали атаки крупными силами танков и пехоты. В боях за 12 марта в этом районе огнем нашей артиллерии уничтожено 45 немецких танков и самоходных орудий. Кроме того, подбито и подорвалось на наших минных полях 50 танков и самоходных орудий противника. Северо-западнее Гдыни наши войска заняли ряд населенных пунктов. Противник, прижатый к Данцигской бухте, отчаянно сопротивляется. Советские пехотинцы, танкисты и артиллеристы наносят врагу непрерывные удары и настойчиво продвигаются вперед. Занят железнодорожный узел Реда, находящийся в 13 километрах от Гдыни. За день уничтожено до 3000 солдат и офицеров противника. Подбито и сожжено 30 немецких танков, уничтожено 86 полевых орудий и 700 автомашин.